Перестройку троллейбусного парка и бывшего завода, возведение самой современной культурно-деловой площадки «Тверь-Экспо». Эти и многие другие объекты обсудили на недавнем заседании члены регионального кабинета министров. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Не зря говорили и говорят, что будущее за IT-технологиями. Специалисты этого направления востребованы всегда и везде, в любом городе, в любой стране мира. Профессионалы пригодятся и Твери. Для развития этой сферы в Верхневолжье будет организована современная, соответствующая всем техническим требованиям, площадка. Для нее уже даже нашли подходящее место, которое, к слову, сегодня пустует. Проект даст не только развитие IT-технологий, но и рабочие места специалистам этого профиля. Тем самым снизит отток специалистов из региона. Проект «Тверь-Экспо», о котором мы уже 5 лет говорим, условия все созданы, все проекты есть. Сейчас идет завершающая финальная стадия утверждения проектировки. Мы думаем, что уже в этом году начнутся первые строительные работы на территории по созданию общественного пространства. Особенно вот сейчас, в первую очередь, это будет приоритет культурного центра на территории «Тверь-Экспо». Конечно, это муниципалитет, это Ржевская агломерация, Ржевско-Зубцовская, Старицкая. Особое внимание малым городам Тверской области. Осташков, Калязин, Торопец одержали победу на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Главной задачей – создать там комфортную среду и повысить туристическую привлекательность. Также новые проекты ждут Торжок, Вышний Волочок и ряд других. Эксперты давно говорят о необходимости своего рода перезагрузки и переустройства муниципальных образований. Мы видим в этом глобальное значение перезагрузки города, демонстрации того, что эти города, с которыми мы сегодня работаем, в состоянии вписаться в новый, в 21 век по-настоящему. Оттуда должен быть дать старт другому представлению об этом городе в современных реалиях, сохраняя всю историчность, но при этом наполняя современным функционалом новым. Столицу Верхневолжья ждут крупные проекты по развитию зон социально-деловой инфраструктуры. Например, старый троллейбусный парк на набережной реки Лазури должен, согласно проекту, стать современным мультимедийным центром, который будет привлекать внимание молодежи. Подобные проекты уже реализованы в ряде городов России. Немало внимания строительству Тверь-Экспо у поселка Элеватор. Если говорить вообще про новые рабочие места, интересный проект – это центр города Твери, завод «Элтор» на берегу Волги. Мы тоже отказались от строительства коммерческого жилья. Там будет сделана новая зона, новая территория, зона развития IT-предприятий. И мы считаем, что это будет одной из перспективнейших точек роста, особенно для уже IT-специалистов. А в моногороде Кувшиново, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития, акцент сделан на привлечении инвесторов, трудоустройстве местного населения. В ближайшие 10 лет здесь предполагается создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь около 15 миллиардов рублей инвестиций.